Зовут Донченко Виталина, мне 11 лет, я учусь в школе гимназии номер 24 в классе 5 Е4. Иван Ващенко, Великая война. Была война в 40-х, там насмерть дрались за свободу, за то, чтоб не было невзгоды, за то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались, солдаты насмерть там сражались, и 18 лет свои за нас отдали жизнь они. То, что случилось, не забудем, и до конца мы помнить будем. Про подвиг тот в 40-х, про тех, кого уж нет в живых.